Ни один рейд не обходится без вызова хозяев частных домов. Вот и в этот день заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Татьяна Буняк стучит в калитку, чтобы объяснить иннопчанам, что мусор в огромных количествах нельзя оставлять на прилегающей к дому территории. На углу улиц Крестьянской и Ленинградской мусор складируют почти на проезжей части. Получив замечание, нерадивые жители Алексеевки собрали его в мешки. Если вы навели какой-то порядок у себя или на газоне, вы должны все сложить в мешки. Сложить, и пока идет позвонковая машина, вы имеете право только выносить позвонковую машину. Начинается курортный сезон. Гости Анапы уже размещаются в частных гостиницах Алексеевки. Нужно стараться не ударить в грязь лицом, говорит Татьяна Валентиновна. Пожалуйста, люди едут. Но какой имидж, какой видят они картину от подобных вот этих? Здесь куча, там кучу делали люди, все побросали. Но так же нельзя. Через дорогу строительный мусор. Хозяин строящегося дома знает, что категорически запрещено крупногабаритный мусор складировать на муниципальной территории. Однако специализированный транспорт для вывоза он вызвал только тогда, когда получил замечание от рейдовой группы. Пройдя 20 метров, работники муниципалитета увидели выставленный на улицу шкаф. Категорически запрещено выносить крупногабаритный мусор с частных домовладений и складировать на муниципальной территории. Если вы запланировали какой-либо вид работы, это строительный или обрезку, вам необходимо для этого данного вида деятельности заказать специализированную технику, оплатить, и тогда вопрос будет весь снят. Мусор будет вывезен сразу мгновенно. Для того, чтобы заказать специализированную технику, необходимо обратиться в предприятие «Сити Кристалл», которое находится на улице Анапское шоссе 1Г. Также можно обратиться на предприятие «Анапа Благоустройство» или «ЗАО Спецтранс». По каждому выявленному факту загрязнения муниципальной территории на нарушителей были составлены протоколы. Нерадивые анапчане будут приглашены для рассмотрения дел на административную комиссию. Рейды по санитарному состоянию продолжаются. Светлана Авилова, Андрей Стародубцев, Игорь Куршаков, Анапа регион.